Знаете ли вы, что при покупке техники Apple вы можете сэкономить больше 20 тысяч рублей? Все, что для этого нужно, покупать продукцию Apple в США через бандерольку. Вы экономите, а бандеролька доставляет. Ссылка сверху в описании. Всем привет, с вами Полтем. В этом видео мы поговорим о классном MMORPG под названием Be Red Cloud – Войны и племена. Я знаю, вы любите онлайн-игры, это действительно очень классная игрушка, о которой я вам сейчас расскажу. Нам здесь предстоит стать охотником и воином индейского племени, то есть уже звучит заманчиво. На главной странице игры мы найдем карту. По этой карте мы можем передвигаться, открывать какие-то локации, исследовать их и выполнять квесты. Квестов в игре очень много, это те задания, за которые мы будем получать награды, чтобы прокачать нашего индейца. Кроме того, в начале игры вы должны будете выбрать, за какого именно индейца вы хотите играть, то есть такой выбор здесь присутствует. Ну и далее вы переходите к самой игре. Как только я первый раз запустил эту игру, я был слегка удивлен. Я ожидал, что это будет банальная игра с видом сверху, где мы будем просто что-то делать. Оказалось, что здесь графика довольно-таки классная, то есть все идет с видом от третьего лица. В общем, я был слегка удивлен, когда в первый раз запустил эту игру. Соответственно, на каждом уровне у нас имеются задания. То есть это режим свободной игры, я здесь могу полностью передвигаться куда я хочу, охотиться на животных, собирать шкуры, скелеты, чтобы потом это все дело можно было тратить на улучшение моего персонажа. То есть, таким образом, в свободной игре мы добываем себе различные материалы, которые потом можем использовать для составления нового оружия или для того, чтобы купить и улучшить наше старое оружие. Игра уникальна в том плане, что мы познаем культуру индейцев, то есть мы окунаемся в этот мир. Также эта лошадь здесь стоит не просто так, мы можем на ней скакать по карте, вот прям вообще Red Dead Redemption, кто играл на Xbox, просто дико оценит эту игру. Пока я это вам все рассказывал, уже готовый шкур, я их могу собрать, также я теперь могу разделать мясо, ну и теперь я должен вернуться на карту и приступать к новым заданиям. У нашего персонажа имеется отец, который по ходу прохождения игры нам показывает и рассказывает, что же нам делать. То есть здесь мы с вами будем охотиться на медведей, волков, бизонов. Тут животных более 20 видов, среди них есть опасные хищники, с которыми бодаться уже будет действительно сложно. Разумеется, если зверь очень большой, то нужно прокачать оружие, чтобы идти на него охотиться. Поначалу мы будем охотиться на кроликов, брундуков и прочую нечисть. В игре Be Red Cloud действительно много миссий, квесты не похожи друг на друга, все неинтересные и скучать вам здесь точно не придется. Также имеется мультиплеер, где вы можете соревноваться с игроками со всего мира в мини-играх в новом режиме мультиплеера PvP. Таким образом, вы станете лучшим воином своего племени, ну и покажете, кто здесь папочка. На этом, ребят, все. Подведя итог по игре, действительно классное MMORPG, где вам предстоит окунуться в мир индейцев. Вы станете охотником, станете воином своего племени. Игра абсолютно бесплатная в App Store, ссылку вы найдете в описании к этому видео. С вами был Apple Tem. Если вы впервые, подписывайтесь на канал, ставьте свои пальцы вверх. Если ты индеец, не забывай о яблочках. Пока.